Тум-тум, всем привет. И сегодня такой процесс про ландшафтный скетчинг. Это элементы интерьера, которые я рисовал на прошлых стримах. А сейчас я попробую одну такую идею, которая, блин, давно мне покоя не дает. Но это немножко похоже на хоббитовскую тему. Вот. И о чем тут речь? Это такая ландшафтная идея, когда я беру и в пространстве моего небольшого проектируемого объекта вношу вот такую структуру. Сейчас я для ориентировки поставлю здесь фигуру человека. Вот таким элементарным способом и сделаю вокруг, нет, вот такую структуру. Я думаю, это будет около 2 метров примерно. 2 метра, окей. И вот эта вот история, она складывается вот таким образом. Это интересно. Я ее набираю из таких камней. Как арочная история. Как кладка. Но это элемент ландшафтного дизайна, ландшафтной архитектуры. К низу она расходится так довольно основательно. По-быстрому накидываю всю эту историю. Я думаю, для того, чтобы рисовать такие концепты, не нужно тратить много времени. Там несколько минут, и вот идея готова. Но я в моем случае, скорее всего, растяну это до как минимум 10 минут, потому что YouTube это любит. Но вы можете вырастить ее как-нибудь быстрее. Вот такая вот штука. А вот здесь камни начинают расходиться в стороны, в идею стены. Вот таким образом. Я думаю, это симпатичная идея. Мне точно хотелось бы ее где-нибудь реализовать. Но набросать ее для скетчбука, вот просто прям я обязан. Тут, конечно, лучше вывести по тщательной округлости этой формы. Хорошо бы нарисовать изначально идеальный круг. Как это сделать технически, тоже прям вопросики. Видимо, нужно строить такую деревянную структуру, и на которой, опираясь на которую, нужно выкладывать вот эту всю историю аккуратненько, но симпатично. Такая ландшафтная идея, конечно же, не нова, но я ее в своей практике не делал, поэтому хочу зафиксировать. И в этом мне поможет скетчинг ландшафтный. Чуть пожирнее делаю низ. Если высоту это может быть 2,20. Да, я думаю, 2,20. Вот это все может быть садовая дорожка. Вот она расходится. Такими простыми линиями намечаю то, что вот здесь идет трава. И чуть-чуть точкование. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
это камень. И она, я думаю, идет примерно вот так. Чуть утончаясь к ее середине. Там посередине замковый камень. В моей практике нет ничего быстрее и понятнее, чем вот такой вот простой быстрый скетчинг. В данном случае ландшафтный. Но я так довольно много практикую различные виды. Сейчас больше сосредоточен на архитектурном, на деревянном зодчестве. Но ландшафтные задачи никто у меня не убирал. К счастью. Поэтому такой микропроектик. Вот он. Ну, в принципе, вот я его отрисовал. И с ним все плюс-минус понятно. И выглядит эффектно. Как я люблю эту графику. И с вот такой графики набирается мой рабочий скетчбук. И вот сюда же я приношу думаю, нужно пояснить, а хотя, наверное, не нужно. Просто приношу туда объемы кустов. Сейчас я это и сделаю. Также довольно условно. Это могут быть деревья, могут быть небольшие кусты. Вот они. Прохожусь чуть-чуть по детализации. Вот она. И то же самое, думаю, с другой стороны. И в образе этого дерева я прячу мои пояснительные элементы размерные. И получается такой очень симпатичный ландшафтный скетч. Вот он классно. Я думаю, попробую-ка я сделать себе марафон. Буду каждый день рисовать какую-то ландшафтную идею. Надеюсь, эта мысль вам понравится. Ну, напишите в комментариях, как вам эта идея. Каждый день скетч на тему ландскейпа, на тему ландшафтного дизайна. Вот, я думаю, нехило прокачаюсь. Так, это высота примерно 2,20. Вот она. С материалом еще нужно тоже подумать, что какой камень. Как эта история еще будет держаться? Если есть мысли, тоже, ну, высказывайте в комментариях, каким образом оптимальнее сделать структуру, на которой выкладывать вот эту вот всю историю. Какой камень может быть хорош в этой истории.
Если кто пробовал уже создавать такие штуки, напишите, как оно прошло, что вы думаете об этом. Немножко дочкования. Тут тоже принесу структуру кустов, зал. Вот этой моей каменной структуры. Человек стоит, мера всех вещей. Очень удобно начинать всю эту историю с рисования фигуры человека. Тогда есть точка отсчета. Ну так, долго затягивать не буду. Чуть-чуть нарисую фона. Структуру дороги. В общем, вот такой он получился. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите, у меня очень много таких видеоуроков. Теперь будет каждый день, я думаю, что видеоурок по ландшафтному скетчингу. В таком случае постараюсь прокачать эту тему. Меня зовут Кичигин Эдуард. И моя тема — ландшафтная архитектура и ландшафтный скетчинг. В общем, вот. И смотрите там в описании к видео и в комментариях много ссылок на плейлисты по тому, как можно рисовать все эти красивые ландшафтные архитектурные штуки. Всем чао-чао, пока.